Доброго времени суток, дорогие мои друзья, кто заглянул на мой канал, постоянных зрителей, гости моего канала, меня зовут Анжелика. В этом видео я хочу много новостей рассказать, в основном это мой маленький небольшой процесс, который я закончила, и, конечно, покупки. Хочу сказать, что когда ты сдерживаешься и не покупаешь долгое время ничего, с прошлого года я ничего не покупала для рукоделия, и когда ты срываешься, просто ты понимаешь, что ты с ума сошла, и ты покупаешь все подряд, не то, что как бы то, что тебе не нужно, но ты сразу находишь те вещи, которые тебе просто необходимы, и жизни ты себе не представляешь без них. Поэтому начну с того, что я закончила свою маленькую работу. В прошлом видео я показывала, я купила наборы по вышивке на канве, матрешки фирмы Жар Птица МП Студия. И матрешечку Весна я уже закончила. Вот так вот выглядит моя работа. Мне нравится, как она получилась. Я внесла некоторые свои изменения. Я пластиковую канву не сшила в плоском состоянии, а выполнила ее немножечко вот такой припухлой. То есть внутри маленький такой небольшой синтепон. И единственное, что я еще вот такие бусины пришила здесь, бисер по цвету выбрала. Внизу, конечно, я выполнила крестики, только в конце я как бы захотела немножечко украсить венок и добавила вот такие бусики. Так как я понимаю, что это совсем молоденькая девочка, я думаю, ей достаточно, совсем минимально, ничего на фартуке не добавляла, потому что это в русском стиле и излишеств в то время не было. Вот такая замечательная матрешечка у меня получилась. Что единственное, я обвязала край крючочком. Я выполнила, в Инстаграм я оставлю фотографии. Вот, выполнила в каждую петелечку крючочком тоненькими ниточками. Сначала обвязала каждые две детальки и потом иголочкой прошила швом назад иголкой, прошила полностью. Выполнила вот такую петельку крючочком. Куда я приспособлю эту матрешку, я не знаю. У меня есть еще 3 лета, зима и осень. Я, конечно, буду их вышивать постепенно, понемногу. Мне понравилось работать с пластиковой канвой. Кстати, хотела, вышивала я, вот как бы соскучилась по вышиванию очень. Я прям захлеб сейчас вышиваю. И меня перетянуло на бисер, покажу сейчас вам свой процесс, который я начала, и какие у меня задумки и покупки. И все это тоже касается бисера и вышивок. Я очень долго, был такой большой промежуток, когда я не вышивала. И хочу сказать, что вот вышиваю, я сижу и с таким упоением, все это так, с таким наслаждением вышиваю. И хочу сказать девочке, кто только вяжет. Я знаю, что мой канал, большое количество возросло моих зрителей только за счет того, что смотрят девочки-рукодельницы, кто занимается вязанием, потому что процент вяжущих рукодельниц больше, чем вышивающих, и остальные рукоделия более маленький процент, поэтому хотела бы вам посоветовать, можете и не прислушиваться, но пробуйте другие виды рукоделия. Это так, настолько интересно. Это раз. Во-вторых, это развивает совершенно другие чувства, эмоции, качества. Допустим, да, та же вышивка. Кстати, вот такие маленькие работы, они кажутся, что они крохотные, что тут. Но работа занимает большое количество времени. Это раз. Во-вторых, на пластиковой канве стежочки получаются просто идеальные. Даже те, кто не очень хорошо складывает стежки, на канве это просто супер. Вы будете довольны своим результатом, радоваться. Не обязательно покупать большие наборы, выполните какую-то маленькую, небольшую работу, но вы получите огромное количество эмоций. Это раз. Во-вторых, например, те, кто вяжут крючком, вот вы научились крестиком, тут же можно применить свои знания крючком обвязать. Можно применить это, кто занимается скрапбукингом, можно одну часть просто на блокнот. То есть здесь вариантов много, и когда ты занимаешься другими видами рукоделия, настолько развивается твоя фантазия,
У тебя работают мысли вообще в разные стороны. Вот, вот моя работа, мне она очень нравится, яркая, красочная. Я сделала фотографии, но я настолько сейчас своим процессом бисером занята, что мне некогда даже их показать в Инстаграм выставить. Еще один у меня вопрос был по... я не успеваю отвечать на комментарии. Я говорю, что я сейчас просто сижу и до трех вышиваю. Меня просто не отпускает это. Юлия Илфимова спрашивала меня в комментарии, краски какой фирмы, вот, которые я показывала в прошлом видео. Это немецкая фирма Шиппер. Сразу предупрежу, что она не дешевая. Это инструкция у меня от моей работы. И вот они вкладывают вот такой буклет. Почему я купилась на то, что... ну, как бы купила эти раскраски, потому что у меня работа одна есть большая. А вот эти вот 4 штучки, как бы я подумала, что их они маленькие, и я быстро их, вот как раз мои работы, которые, да, я выполняю. То есть мне осталось вот белое вино выполнить, и посмотрите, какая здесь красота. Здесь работы именно показаны по 4 штучки, которые можно составить и цветы, и клубника, и фрукты, и морская тема. И вот когда ты видишь, посмотрите на кухне, какая красота, вот можно украсить. Вот кто любит оранжереи, цветы, у кого, допустим, ботанический сад, у кого дом большой, да. Вот разные-разные тематики, кто любит, вот в салон можно, да, вот, ну, вот, как бы вариантов множество. Вот зимние пейзажи, вот лошадей, кто любит, как можно, глядя, вот это уже большие картины, да, вот новогодние печеньки. Санта-Клауса, здесь Дед Морозы и так далее, города. То есть здесь вот триптихи. Как можно, допустим, посмотреть на такие красивые вещи и отказаться от того, что ты какую-нибудь да хочешь как бы нарисовать. Поэтому я вот тогда не удержалась и купила. И думаю, ну они вроде как бы здесь вот мелкие, да, ну как бы маленькие работы. Я думала, что это я быстро сделаю, но настолько мелкие детальки. Готовьтесь, если прорисовка хорошая и картина выглядит как фотография, то там будут мелкие детали. Вот, возможно, вот здесь, например, будет более крупно, но где очень вот много мелочей, вот здесь вот, например, будет мелко. Вот, сюжеты очень красивые, поэтому я вот не удержалась. И они вот такой буклет вкладывают, и здесь со всех сторон. Здесь вот по 3 части, да, Африка. Вот, посмотрите, какая красота. Ну как, вот мне вот эта картина очень нравилась. Большая посередине работа. Вот здесь, возможно, может быть крупные более вот такие куски. Вот не удержалась, тогда купила, но я все-таки думаю, что на этом у меня все закончится, потому что вот здесь, видите, по одной картине собак, кто любит. Ну, это вот я объясняю. Отвечаю на вопрос, потому что я могу забыть и не ответить. Фирма Шиппер показала, как называется. Краски хорошие. Одно единственное, нужно водичку добавлять, чтобы они не засохли. И желательно нарисовать картину сразу. Все, по работам я закончила. Пока готового ничего нет. Кому интересно, послушайте, что я купила. Покажу в той последовательности, которую я покупала и заказывала. И что в самом начале я как бы прикупила, это наборы. Сейчас будут немного звуки такие, кто-то там не любит, да, шуршание. Я не буду доставать с пакета, чтобы не шуршало, но уж простите. Я купила, на, так как я довольна работой на пластиковой конве, купила такие игрушки. Кто вышивает, знают эти вещи. Я видела отшивы, они просто шикарные. Здесь уже идет соединение нити и самого бисера. Работы получаются очень красивые, и они двухсторонние. То есть игрушка с двух сторон одинаковая. Можно выполнить одну сторону, сзади фетр, и другую, и тоже фетр будут две игрушки. Вот, там их 4 штуки, но я купила 3, потому что там на одной она почти белая и, по-моему, калина. Калина красная. Как-то не очень меня вдохновило, но пока на данный момент купила только 3. Пока мне этого хватит, потому что я планирую понемногу вышивать. Очень удобно. Ты положил в маленькую мою косметичку. Вот стоит моя косметичка. Здесь уже есть маленькая работа.
Сейчас я вам тоже покажу. Удобно можно взять с собой как бы в дорогу. Вот, если куда-то ехать в отпуск, не надо ни пяльца, ничего, пластиковая канва, руки помыл, потом это все можно постирать, если запачкалось. Вот такую работу фирмы Нова Слобода. Работа 30 на 30. Здесь идет нанесенный рисунок на ткани, атласной ткани, и вышивается бисером. Я уже работы такие выполняла, но это были иконы, поэтому мне захотелось выполнить такую работу. Я видела отшив, мне очень понравился, работа понравилась. Одно единственное, что здесь входит бисер, вот поближе покажу, прочитайте, что входит в сам набор. Здесь бисер идет славянская буса, поэтому я вот все вышиваю, и меня мысли посещают. Я все никак не могу понять, что это за бисер, потому что если это чешский, либо это низкого качества, потому что я много начитала сейчас про бисер, он бывает разный, и бывает первой категории, как первого класса, и второй категории. Я так думаю, что здесь либо смешан производитель, вот положил такие две, потому что один идет идеальный, а другой такой, так себе. Сейчас немножечко покажу, сколько я уже отшила этой работы. Буквально немножечко. Здесь наверху в этой работе очень много мелкого. Это виноград, вот ракушка выглядит. Вот так вот сама работа на атласной такой ткани. Здесь вот идут вот такие пришивные камни, но они пластиковые. Я сейчас попозже расскажу, что я думаю об этом. Вот, то есть работа, вот мне осталось в калибре довышивать немножко, и процент вышивки туда дальше вниз идет поменьше, поэтому я думаю, что где-то 40% я уже выполнила. Очень симпатично выглядит. Ну вот, бисер, как бы, я говорю, что неоднозначное мнение у меня, потому что я сейчас вышиваю еще чешским бисером, и там совершенно другое качество, я его чувствую тактильно, буквально каждая бисеринка на пальцах чувствуется, какого она качества. Как вы уже знаете, что я решила, посетила мне такая мысль, что если я буду вышивать, и все это выполнять в прикладное. Я когда листала, смотрела, что можно такое выполнить, я увидела вот эту картину «Нова Слобода». Это у нас Венеция. Серия «Зазеркалье», поэтому здесь все дома такие немножечко как бы искажены. Мне пришла идея, я захотела выполнить летнюю большую огромную сумку и как элемент передней части именно выполнить. Вот сумка не на молнии, я думаю, с ручками. Мне пришла такая идея, я посмотрю, как что получится, как что из этого выйдет из моей идеи. Она, конечно, у меня взорвалась в одну секунду. Я посмотрю, чем это закончится, потому что бывают идеи, как у Наполеона, планы. А в итоге мы получаем совершенно другое. Так как здесь размер 35 на 35, я по своим проектным сумкам поняла, что это большой размер, то есть торцовой части. Я не знаю, посмотрю, как это будет. Поэтому для начала я вот эту взяла и прикупила, так как здесь идет размер 30 на 30, поменьше. Я, конечно, повесить на стенку, это будет красиво, но никто это не будет видеть. Так как здесь бисер идет недорогой, сам набор тоже недорогой, почему бы это не показывать? Это тоже можно выполнить в какую-либо сумку. У меня почему-то возникают мысли, что это должна быть какая-то хозяйственная сумка, которой ты идешь за продуктами. Но так как здесь, да, вот изобилие такое вот, я посмотрю, как получится с размером. И какую можно будет подобрать ткань, я вижу, что это должно быть где-то вот в таких светлых, либо
в таких вот оттенках, чтобы не было маркой. Если найдется какая-либо ткань, она мне понравится, я ее смогу уже посадить на свой флизелин любимый, то, возможно, может быть, это тоже будет сумка, и она будет пробная, потому что здесь размер 30 на 30. А вот это, вот этот набор, почему-то я увидела, что в путешествиях можно взять огромную такую сумку, которую можно положить и косметичку, и там документы бросить. Знаете, как бывают большие такие сумки, с собой берешь. Вот. Ну, большие я называю не те, которые на колесиках, а такая ручная большая дамская сумка, где можно положить все, все, все абсолютно. Я уже доставала в наборе, все смотрела. Мне нравится на фотографии, что вот здесь вот, вот этот стул, я просто в него влюбилась. Итальянский такой, прямо вот, я прямо все это вижу. У меня есть, ну не то что мечта, а как бы я думаю, что может быть у меня будет в жизни возможность, я поеду в Италию, но чтобы все это мотивировать, визуализировать, будем начинать с самого малого. И конечно, если я буду в Италии, я обязательно сфоткаю с этой сумкой, если она получится у меня. Ну так, это ладно, это фантазии такие. Посмешим народ, как называется, да? Вот, но я открывала, смотрела уже бисер по вот этим номерам, и вот здесь почему-то он здесь идет небесно-голубой. Я немножечко как бы расстроилась, потому что именно вот этот белый стул мне нравится. Ладно, пусть здания будут немножко другого оттенка, вот допустим вот это нежно-голубое, а здесь вот, к примеру, и вот это пусть будет белоснежное. Я посмотрю, как будет по ключу, если нет, то конечно я заменю. Мне хочется, чтобы это был белый балкончик, белый стульчик. Ну и вот здесь вот тоже может быть белоснежное, может быть золотое даже. Будет к месту. Я посмотрю, как придумал дизайнер. Это фирма Нова Слобода, уже еще раз говорю. Где-то я прочитала, что это вышивка бисером не прямой строчкой. По-моему, так, если я ничего не путаю. Вот. И все то же самое, что входит в бисер. Вот, ну, я посмотрю, что выйдет из моих вот таких фантазий. Даже не знаю, как получится. Ну, будем надеяться на самый лучший исход. Конечно, очень давно я хотела себе складень. Посмотрела отшив у одной девочки. Я прикупила их два. Один себе и один дочери. Вот это мой, я его еще не начинала. Здесь ангел-хранитель и Николай Чудотворец. Я очень люблю эту икону. У меня есть отшив ниткой. Я хочу еще бисером. И я себе прикупила еще отдельно. Поэтому я именно буду... Мне очень нравятся мужские лики. Вот. И дочери я купила здесь вот в коробке. Уже достала. Сразу, как я получила заказ, я моментом прибежала. Как обычно, мне пришла смс-ка где-то в часов 8-10 минут. В 9 они закрываются. Я тут спортивный костюм запрыгнула и побежала быстро это все получать, потому что мне так не терпелось посмотреть, что это такое, потому что я видео девочек видела, но сама не трогала, не щупала. На сайте очень много таких этих икон, складни, да, и в основном вышивают и отшивы показаны тех работ, которые вышиваются только с одной стороны. То есть дочь выбрала одну сторону, это молитва. Вот так вот выглядит титульный лист, святой великомученик, целитель Пантелеймон. Здесь идет сама молитва. У него, кстати, к этому лику идет 4 молитвы у него есть, можно любую выучить. Здесь молитва очень большая. Насте очень понравился этот складень, и она мне сразу сказала, я говорю, ты хочешь икону складень? Она говорит, да, я хочу вот целителя Пантелеймона. То есть она уже заранее знала, он, детки, у кого болеют часто, допустим, да, или чтобы здоровье было крепкое, или молят о здоровье. Вот молится именно целитель Пантелеймон. Я уже прибежала бегом скорее. Вот так вот идет схема. Я давно не вышивала бисером. И я прибежала. Давай все это раскрыла. И
Что вы думаете? Я сразу приступила, начало положила, потому что я такую работу, я мелкую, я взяла на работу. Здесь вот так вот выглядит сам складень. Очень хорошая обработка дерева. Пахнет. Я не знаю, дерево или не дерево. Кто-то говорит, что это не деревянная основа, типа это прессованная. Но не суть сама важна, да, важно само наполнение. Вот так вот идет сама молитва. И это такой некий, как пластик. Он уже перфорированный. И здесь иголочка, я думаю, что это 15-я иголка по номеру, потому что она наитончайшая. Здесь конкретно на фоне идет ювелирный бисер. Вот. Вот, посмотрите, какой он мелкий. Но так как здесь все перфорировано, ничего сложного нет, остается нанизать просто бисеринку. Вот так выглядит с изнанки, все аккуратно. Я когда прибежала, сразу начала выполнять. Я немножко не посмотрела на схеме. Схема, конечно, чуть-чуть запутанная. Я выполнила ошибку. Вышила уже полностью все, но вышла таким же цветом бисера, но десяткой, более крупной. Мне пришлось распустить, потому что на титульном листе четко видно. Это я уже когда, конечно, закончила. Ну что ж, мы же обычно инструкцию читаем потом. Здесь как бы вроде бы он тоже желтый, да, а здесь он крупнее. Я поняла, я вот вышла именно конкретно этим, хотя по схеме вот этот вот больше подходит на сами эти черточки. Ну, это тонкости процесса, поэтому я думаю, что не всем это интересно. Весь процесс у меня я беру на работу. Это выглядит вот так. Почему я беру на работу, вы скажете, бисер, все вроде может рассыпаться и так далее. Вот такая вот коробочка от шоколада. Кстати, я подсмотрела эту хитрость у Елены Таран. Она очень много вышивает, поэтому сейчас я аккуратно просто открою. И она показывала, что она работает с такой коробкой, ей очень удобно и комфортно. Она работает уже, берет с собой в дорогу. И ничего не рассыпается. Она использует коврики для машины, которые держат мобильный телефон либо небольшие ноутбуки. Вот. И они клейкие. То есть у меня вот так вот выглядит процесс. Вот такие липкие. Видите, я просто не ставила пленочку. И у меня одна друг к дружке приклеилась. Я, конечно, здесь сейчас наведу порядок, потому что это вот все. Я, когда распорола вот этот крупный бисер, я его сюда приклеила, чтобы он нигде у меня не рассыпался. Поэтому она, видите, так как не вся, она не вся здесь клеится. И с изнанки есть бисер, и с лицевой. А здесь вот этот вот, этот, как его, ювелирный микробисер. Видно, да, разница, это десятка, это вот маленький размер. То есть стоит только наколоть ее на эту иголочку и как бы в перфорации, да, попасть в дырочку. Поэтому я на работе все это вижу. Здесь ничего не рассыпается. Я сейчас просто наведу порядочек. Вот такие ниточки шли. Иголка тоже, две иголочки входили в этот в наборчик. Вот. И свой вот этот проект я беру на работу. Кстати, за эту коробочку Елена Таран огромное спасибо. Всегда смотрела в перекрестке на эти шоколадки. Я думаю, боже, никогда не дам 270 рублей за шоколад. Но когда мне понадобилась эта коробка, шоколад еще лежит, а коробка у меня уже как бы в работе. Здесь она металлическая, поэтому здесь клеится магнит, удобно для иголок. Поэтому, Лена, если вдруг ты мой зритель и смотришь, тебе огромное спасибо за такую подсказку и за вот такие вот коврики. Их можно потом стирать, если они пылятся. Вот у Елены тоже он есть, такой он морского цвета такой. Но у меня попались белые, я купила два на всякий случай, но вот они мне пригодились. Поэтому огромное спасибо за такую подсказочку. Я вышиваю с таким большим удовольствием эту работу. Очень хочется, здесь работы немного, вот даже кто не вышивает
как бы не нужен станок, ничего. Я вот выполню работу дочери и потом обязательно примусь за свой. Здесь, конечно, идет фон тоже маленький бисер, а здесь уже идет вперемешку с крупным. И в готовом виде они очень-очень красивые. Вот мне хотелось, дочери хочется такой выполнить подарок. Это потом вставляется, здесь есть такие пазы. Вот, вставляется очень аккуратно, и в этот паз вот эта сторона входит. Потом аккуратно вот эту вот вытаскиваем и вышиваем, и также вставляем. И так как здесь вот, видите, вот такая вот пустота есть, у меня есть идея, так как я хочу это выполнить дочери в подарок, мне бы хотелось оставить такую как бы надпись, что это от меня и год. Мне, конечно, не хочется выполнять гравировку вот с какой-либо стороны. Мне хочется, чтобы это было прямо вот все застегивается аккуратненько. Вещи добротные. Но на память все-таки хочется. Она, конечно, не будет здесь ничего отстегивать. Вот как вы думаете, внутри сделать надпись, чтобы этого не было видно? Или либо вот здесь где-то, либо вот так. Может быть, это лишнее. Ну, подскажите, может быть, кто-то... Но мне вот хочется, чтобы она знала, что от мамы и на память, потому что мы как бы проходит какое-то время, мы забываем, в каком году это все было и так далее. Ну, вот все такие мелочи. Вот, и вот эту вот работу я беру в своей косметичке, я уже ее показывала. Видите, у меня вот так вот здесь все лежит, лежат ножнички, мой бисер, здесь схемка идет. Вот, я вам только что ее показывала. И это все аккуратно складывается, ничего нигде не рассыпается. Ножнички у меня там лежат, поэтому я довольна этим процессом. И я его буду как бы вышивать и заканчивать. И обязательно примусь за свой. Здесь у меня уже два лика, поэтому здесь вот будет тоже, я так понимаю, ювелирный идти бисер. И здесь будет идти вперемешку. Вот такие вот... работы меня ожидают. Здесь вот такая вот некая коробка, уже не буду доставать. Также был упакован и тот набор, и в этой коробочке здесь идет и схема сложена. Все так, вот все как будто в коробке. Интересно, Нова Слобода складывает свой набор очень аккуратно, цивильно, вот как на экспорт, мне понравилось. Входят также ниточки, я уже сказала, две иголочки, бисер, то есть и схема. И титульный лист, на который можно смотреть и ориентироваться, вот что входит в набор. Бисер какой, да, прециозы, это у нас номер 13 и десятка, классический бисер. Вот, ангел-хранитель и Николай Чудотворец. Очень люблю эти лики, они мне очень нравятся. И у меня есть, я очень душевно отношусь к этому. Вот. И с большим превеликим удовольствием, вы сейчас удивитесь, но я буду вам показывать еще очень много икон, поэтому кто как к этому относится, но у меня бабушка была очень верующая, даже когда на похоронах батюшка сказал, что я знаю эту женщину давно, она ходит в церковь, это очень такой человек верующий, очень чистой души человек. Поэтому она меня с детства тоже воспитывала и как бы привила, что нужно верить. И потому что только добро в этом, и ну, ничего другого больше не может быть. Так, ну хорошо. Это были у меня покупки с мира вышивки. Девочки, еще раз не перестаю благодарить, если кто-то смотрит обзоры. Присылают они, конечно, вот такие эти формочки. Я даже не знаю, что с ними делать, потому что заказы большие, и они вот как бы прикладывают и свои визитки. Настолько скоростные девочки в этом интернет-магазине, вот прикладывают они свои визитки. Я в 11:30 ночи сделала заказ. Через 5 минут пришло оповещение, что заказ успешно принят. На следующий день мне позвонили, что он собран. И я через 1.5 или 2 дня я пошла и забрала заказ. Просто молниеносно работают. Ну, такое ощущение, я еще буду там заказывать. Такое ощущение, что, я не знаю, как будто они находятся в соседнем доме и готовы нам продать все абсолютно.
работают просто изумительно, скорость бешеная. Я очень довольна этим магазином. И покажу вам сейчас следующие покупки.